Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, клоун и носок. И, ребятушки, сегодня у нас битва воров в GTA 5. Кукутендра, пацаны! Что ж, ребята, мы снова на деле. Сегодня наша задача за 108 секунд, как и всегда, угнать по две тачки. Желательно, чтобы это было что-то быстрое и дорогое. В любом случае, посмотрим, что получится нам найти. Итак, сегодня у нас опять-таки арена Лос-Сантоса. Чоппер вообще нормальный, кстати. Как нашел, да? Подогнал. Вау! Он, кстати, нормальный такой, шустрый. У меня припарковал кто-то обычный Волтик, дверь открыл и ушел. Понимаю, я нашел то, что как бы... Так, Мерсик. То, на чем я тебя перееду, Крайслер. Братан. Переедешь танк? Да, прям раздавлю. Ну, не танк. В смысле раздаешь? Не надо мне давить. Задние колеса доворачивающего. Да? Ну, то есть чего? Она длинная, короче, такая хрень. Резко. Задние колеса доворачивают. Лекса, Супра. Опа-ча, а я нашел довольно-таки интересного старого знакомого. Ха, это хорошо. Блин, не ту дверь открыл. Что, ну ладно, через нее. Почти. Почти GTX, но не совсем. Ёбая. Ёбая. А, че это за хреновина у тебя? Игру, а чё это такое? Хрень. А, я помню тачку. Короче, я как-то что-то подобное гонял. Мне в комментариях писали, что это машина типа из Final Fantasy, но если честно, я не знаю, как она называется там правильно. Братан, офигенско. Вернись. Чё там? Вернись. Карт? Карт. А чё он такой чёрный? Нормально, не нравится. Так, ну, тут Лёха есть нормальный, Супра есть нормальная, X5 и чё-то интересненькое. А, знаешь что-нибудь под названием Can-Am? Кан-Ам? Кан-Ам. Звучит что-то не пошло. Кан-Кан. Ёпта! Йо-хо-хо-хо! Нихера он дрифтит! Что там? Это вездеход прям какой-то. Баги типа, короче. Нихера у него подвеска-то такая нормальная. Смотри, что нашел. Блин, я не знаю, это походу баги какой-то. Ребят, пишите в комментариях. Кан-Ам название. Блин, не знаю, но дрифтит он прикольно. Мне кажется, он полноприводный еще вдобавок. Так, ну ладно, против твоего монстра посмотрим, что покажет эта малютка. Такой вот маленький багги необычный. А, карта-то это бан. Ладно, хоть я Мерсик нашел, кстати, на стояночке. Это уже хоть как минимум что-то плюс-минус одинаковое. Ладно, ребят, прокачиваем тачки и идем с вами на испытание, как всегда. Итак, друзья, первое испытание по классике у нас драк. Так, надо немножко подъехать, чтобы с картом сравняться. У меня, кстати, диски от чего? От Мерса. На Мерсе от Мерса диски. Кстати, прикольные диски. Раз, два, три. Ага. Ёпт, ты у меня там троиц стал. Тормози, дурак. Нормально. Ну, терпимо. Так, ребят, ну, как вы поняли, у нас наконец остались вот эти маленькие непонятные... А ты заведешься сегодня? Ты за буст ехать надо или что? Ужасно. Сколько едешь? 300. И все? В забор давай. Давай. Не успел! Я! Ну, я не знаю, мне показалось, я первый врезался. Мне показалось, я первый. Блин, я не знаю, но я. Как будто вот реально я первый врезался. Короче, мне реально сложно оценивать, потому что, ну, когда смотришь в одну точку, все равно нихера не видно. Поэтому, ребят, вы напишите в комментариях, что думаете, а я считаю, что по баллу нам нужно с тобой дать, потому что, ну, реально, мы в один момент плюс-минус врезались. Ну да, можно не Это было да. интересно. Короче, мы себе ставим ничью, а вы в комментариях пишите, на ваш взгляд, кто первый врезался, потому что вам будет виднее. Ну и, собственно, не забудьте поставить хронометраж, чтобы мы поняли, где это было. Да. Короче, поехали с тобой, сразу прыгнем, наверное, через веручку, почему бы и нет. Давай. Я, кстати, только сейчас обратил, что у тебя такие хреновины сзади, там трубы такие жесткие. Прокачал нормально. Поехали. Так, давай, да. Прыжок веры, ребята. Прыгаем на двух тачках через ветряки. И, господи, у меня просто жрет нитро. Смотри, как лечу-то хорошо. У меня снизу на днище, короче, два огромных динамика. А я дальше. Подожди, стой. А, не, подожди, это я совершенно нажал. Короче. Стояла я пока машина. Первый. Смотри, короче. Смотри, два динамика? На... Смотри на это днище, сейчас я переверну. А смотри, там какие-то две трубы, да. Что это вы такое? Выхлопы. Что-то очень странно, ладно, меняем тачки, пока не дальше. Просто да. Два патрубка трупа захерачили снизу. Так, ну, not bad, конечно, я, конечно, пока что впереди, но... Но ненадолго. А, я опять не прыгнул, что за бред? Слушай, отлично. Только вот проблема не в этом, а в том, на что колеса. Сейчас... Ну колеса, я прям по себе видал, я выровнялся, что? Так, я докрутил, да! Ах ты собака. Да, рикошетик еще, отлично, я думал, сейчас прям в забор. Е-мой. Ты понимаешь, я прям летел, 360-ку докрутил, сам ты пес. Докрутил, встал и поехал. На самом деле, баги-то могло и
жестко доехать. Это страшный противник на прыжке. Отлично, меня все устраивает. Ну что ж, друзья, дерби, две тачки, две жизни. Нужно уничтожить обе у соперника. Поехали. Так. Ну давай. Слушай, вездеход прикольный. Я думаю, что мы с тобой по оффроду покатаемся на них, потому что прям... Ёпта! Ты на самом деле, ты здоровый, охренеть просто насколько. Понятно. Давай, ты того, пошел нахрен. Да ты со всех сторон заезжаешь, офигеть, у меня подвеска. Слушай, мне знаешь, что кажется? Понятно. Мне кажется, что на испытаниях с горой Чили связанных он покажет себя, ну, довольно-таки хорошо. Посмотрим. Так, ну, давай, против карты даже не буду в старт вставать, это бесполезно. Ёпта. Не, падай. Что? Сука! Я думал, ты подо мной проедешь. Я аккуратненько, я не стал сильно. Чего? Если бы ты подо мной проехал и упал, это просто моя самая любимая машина автоматом стала бы. Просто чита просто нагнула бы. Ну как он перелетел шикарно, ребят, лайкос за момент. Так, давай, поехали с тобой. Надеру сейчас твою рамочную жопу, надеюсь. Нет! Да. Пиос! 3-0, понятно. Отлично. Блин, ну на самом деле, у данного... Ну что это? Это баги, не баги? Как его обозвать-то, я даже не знаю. Что это вот за машина такая? Да не, это просто обычный этот, знаешь, типа... Сафари-кар, типа такая хрень. Ну может быть, да. Ребят, напишите в комментариях, если знаете, как полностью называется данная тачка. Довольно-таки интересно. Ну а я предлагаю тебе отправиться на внедорожье и посмотреть, что они нам покажут там. Давай. Друзья, у нас два внедорожника, поэтому мы на них съездим с горы Чилиат, потом мы пересаживаемся на быстрые тачки и будем ехать, получается, туда, где раньше снимали конты. Довольно-таки интересно получится. Да. Так, ты готов? Давай. Раз, два, три. Офигеть, я подвеска. Под колеса не попадай, если что, лучше. Ай. Ема. Ай. Ема. У тебя подвеска-то жесткая, что-то смотрю. Я перелетел камни нормально. Все, что ли? Да, да, да. Нихера ты там реально-то топишь. Охренеть. Алле. Чего? Так, подождите меня, пожалуйста, молодой человек. Не-не-не. Молодой человек. У нас тут два в одном. У нас два в одном испытания, мы должны ехать вместе, как минимум. Нет. Я, конечно, понимаю, что я 3-0 выигрываю, но как бы... Ну все. Сейчас 3-3 и все, ничья. Охренеть, я лечу-то так же неплохо, как и ты. Казалось бы, но нет. Да, я здесь уже. Где ты здесь? Гульчатая, покажи личик. Слушай, подвеска у них, конечно, понимать. Божественная. Так, что там с тобой? Что там с тобой, я тебя вижу. Все нормально. Так, развернись. Ю-ху! Так, ну... Все по красоте. Так, нам налево надо, не в дырку, а налево. Да, не забывай, да. Где тачки так. Стоят. Не взорвись только здесь, слышишь? Вылази, дурак! Вылази, бросай его! Бросай его! Беги! А мне нет беги, красношарик! Двери нет, поехали. А, стоп, куда едет? Подожди, сюда? Поехали, да, так, куда я, ну куда давай, я поехал, давай направо, а там как поедем. Да, да. Так, налево, карт, тормози, да. Ой-о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 й. Я чуть не уехал. Слушай, молодой. Там слон, смотри, уберись. Все говорят, там слон. Ты уберись просто. Блин, на самом деле, смотри, что делать, аккуратно. Да ты куда-то свернуть-то решил, тупой! Хорош! Самое время мандаринчиков купить, да, барах? У кого-то Новый год, у кого-то пустыня, как бы. Просто что, блин? Ну, ребят, это бан просто боту. Всё, изи, короче, не парься. Ну, я рядом, молодой. На повороте уберись просто, улетись. Я аккуратненько притормаживаю. Так, я еще в лобовуху врезался. Не, ну поцик вот этот на пикапе за мандаричками, который свернуть решил, это просто, ну, герой просто сегодняшнего дня. Осторожно. Я вот... Подлетел, но это... Так, а я рядом! Да уйди ты нахер! Нет! Эй, блин. Так, нам направо куда-то, да? Ну, блин. Отлично. Супер, мой первый балл. Ебай. А, ну я стоял направо, ну ладно, пойдет, все равно там впереди. А можно здесь два балла, типа, первый на спуске и первый на стриме? Нет, это общее испытание было. А, нет, да смысл. Выбирай контейнер. Пятый, там ничего нет. К сожалению, ты проиграл. Значит, балл мне, да. Ладно, ребят, 3-1 после этого испытания. Я предлагаю сделать просто одно финальное испытание, прыгнуть с трамплина, ну и посмотреть, что получится. Давай. Итак, ребята, прыгаем. На самом деле, вот эти вездеходы, внедорожники на прыжке, это... Вообще, что-то вон выходящее. Ну, под нитро, кстати, ну...
Ну, кстати, не настолько овощ, 650. У меня 380, и всё. И все? Даже пытаться не буду. 675, и я со всей дури врезался в гребаную нефтевышку. Ну, кстати, всё, охренеть, всё, я полетел от удара жестко. Ты профукал прыжок, братан. Ну, не, я не буду перепрыгивать, потому что это явно не дальше карта, но ты посмотри, как я улетел-то красиво, на самом деле. Прости, лысый. Хэштег лысый живи. Он живой! Он живой. Раньше ты был. Ну, раньше когда-то да, но не сегодня. Так, все, я поехал. А, ты уже на карте свалил? Да. Так, окей, я сажусь в тачку, 55% еще осталось. Сейчас самое главное не звенеть яйцами. Дзинь-дон. Дзинь-дон. Все, едешь? Понятно, я не прыгаю. Так, ладно. Я еду. Охренеть, я на Мерси просто сделал идеальный прыжок. Да. Но так. Идеально тяжелая жопа у него, мать ее. Ёпарес, это не, она мне что-то подлетает, странно вообще. Я просто тютелька в тютельку пролетел между всеми домами, ты но... Ты просто тю-тю. Тю-тю. Ты, кстати, можешь меня перелететь, потому что я, насколько знаю, баги даже до здания ФБР иногда долетает. Эмбели fucking fly! Молодой, летай давай. Я, короче, полетел! У-ху! Ура! Ура! Кстати говоря, неплохо так-то лечу, на самом деле. Ну, так. Че? Че, в дом? Ты че, обкурился что-то? Да ё... А, дашь тебя? Нет. Ты отрикошетил назад, потому что... А чего? Как ты так прыгнул-то? Я не знаю, видимо, просто она не цепанула на прыжке ничего. Да-да-да, потому что я на баге как бы тоже врезался в здание ФБР, если кто помнит, я вот здесь останавливался, прям на балкончике сверху. Окей, не повезло, не подфартило, кстати, но ты летел очень хорошо, чтобы ты понимал, я чисто сюда, куда упал, сюда и прилетел, ты бы долетел, наверное, ну, до следующего здания минимум. Да, не, ну хорошо. Хорошо летел. Что ж, друзья, вот такая серия сегодня получилась, если вам понравился новый баги, я бы даже сказал чит-баги, потому что на дерби он меня очень сильно удивил, подвеска у него шикарная. Пишите в комментариях, что думаете, ставьте лайк, подписочку не забывайте оформлять, если здесь первый раз на канале. Всем будем рады, всем спасибо и пока. Давай.